Спокойно разговаривайте с людьми. Молодой человек, вы что, хотите попьяниться на горе? Нет. Тогда горе. Горе. Семья погибла. Как ваша фамилия? Сестра подаваш, алло, жена. Вот как вы сидели. Традиции. 7, 5, 2, 2, 2. Покарится, пошел, да? И я еще раз прошу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. И я становлюсь на колени перед этими людьми. Да не надо, это все. Тихо, тихо, тихо. Я хочу попросить. Не, стойте, пожалуйста.